Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». В этом обзоре речь пойдет про смартфон TecnoSpark 8C. Ссылки на магазины с актуальными ценами на эту модель находятся в описании к видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, а чтобы получать уведомления о выходе новых обзоров, включайте колокольчик. Своим мнением вы можете поделиться в комментариях. Корпус смартфона выполнен в смелом и современном дизайне с крупными буквами. Серия Spark открывает эру новых инновационных дизайнерских идей. Идеальное сочетание большого экрана и системы объемного звучания DTS. Вас ждет визуальное наслаждение кинематографического качества. Работает гаджет на Android 11 с фирменной оболочкой HiOS 7.6. Записывай тексты и музыку одним касанием. Ты можешь создавать композиции даже без подключения к интернету, благодаря встроенным пакетам звуковых эффектов. Вы когда-нибудь чувствовали себя параноиком, когда пользовались телефоном в общественных местах? Возможно, у вас есть суперсекретная учетная запись в социальной сети, о которой не должны знать ваши коллеги по работе. Функция защиты от подглядывания предназначена для затруднения обзора экрана телефона так, чтобы посторонним было тяжело подглядывать через плечо за тем, как вы общаетесь или просто пользуетесь телефоном в общественных местах. Больше не нужно беспокоиться о том, что незнакомец смотрит на экран вашего телефона в автобусе или метро. Теперь никто не сможет подглядывать в экран вашего телефона. Ограничьте контент и время игры для безопасности детей. Предотвращайте использование детьми нежелательных приложений и контролируйте время, которое они проводят со смартфоном. При использовании Spark 8C лежа ребенку придет уведомление, что надо сменить неправильную позу. Надоело чувствовать себя небезопасно? Безопасно каждый раз, когда вы отдаете свой телефон другу, заблокируйте свои приложения и галерею, чтобы посторонний человек не смог их посмотреть. Всего за пару секунд скройте свое любимое приложение. Защитите паролем ваши конфиденциальные и мультимедийные приложения, чтобы посторонний человек не смог их открыть. Функция Safe 2.0 позволяет скрывать уведомления о сообщениях, а также зашифровывать и скрывать ваши личные фотографии. Хочешь создать стильное фото? Эффект размытия фона поможет сфокусироваться на определенных объектах в кадре. Камера с поддержкой ИИ оптимизирует различные сценарии фотосъемки, улучшает четкость и реалистичность снимков. Разработки Tecno для панорамной съемки позволят в мельчайших деталях запечатлеть обширные пейзажи и большие собрания людей на концертах и фестивалях. Режим расширенного динамического диапазона максимально точно передает детали как в тени, так и в свете, в результате чего получаются сбалансированные фото. Селфи со Spark 8C – это яркий взгляд, утонченные черты лица и гладкая кожа, неотразимая красота каждого фото. Алгоритм ИИ позволяет сфокусироваться на тонких изменениях мимики и помогает запечатлеть счастливые моменты и самые искренние улыбки. Функция коррекции документов применяет коррекцию перспективы и технологию определения границы листа для комфортного и правильного отображения. Memory Fusion помогает избавиться от зависания устройства. Она задействует неиспользуемую встроенную память для повышения производительности и обеспечивает плавную работу приложений. Смартфон поддерживает современные диапазоны сотовой сети, также он оснащен Wi-Fi модулем и Bluetooth. Также производитель не забыл о модуле бесконтактной оплаты NFC. Разряженный аккумулятор вас больше никогда не застанет врасплох. Энергоемкий аккумулятор 5000 мАч и Spark 8C с оптимизированным энергопотреблением обеспечат длительное время работы. Я проанализировал отзывы и сейчас выделю основные, сначала отрицательные. Работу интеллекта камеры не отключить. Лишние программы не удалить. Камера шлак. Теперь положительные. Отличный по соотношению цена-качество. 6,6 дюймов экран 90 Гц. Хороший процессор. Стоимость качества сборки. Возможность расширить память. Внешний вид. Качество звука и связи. Работает шустро. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик для уведомлений. Напоминаю, что ссылки на магазины с актуальными ценами на этот смартфон находятся в описании к видео. Для поддержки канала пишите комментарии и ставьте лайки. До новых встреч на канале «Правильный выбор».